Проблема в том, что на сегодняшний момент, вот на настоящий момент, уже более 7 часов мы ожидаем своей очереди в окружной избирательной комиссии для того, чтобы сдать бюллетени. Они были посчитаны еще ночью, привезены максимально быстро на окружную избирательную комиссию. Для того, чтобы сдать, поскольку люди устали, необходимо отдыхать. Никакой возможности передохнуть, никакой возможности согреться нам не предоставили. Кроме того, на нашем участке не было нормального отопления. То есть всю ночь мы находились при температуре около 13 градусов. То есть мы сидели в верхней одежде и не имели возможности ни согреться, ни отойти сделать перерыв, поскольку у нас постоянно наблюдатели, у нас постоянно непрерывный процесс подсчета, мы не можем оторваться от этого процесса. Мы приезжаем сюда и 7 часов мы ожидаем. Около 2 часов назад, при этом, то есть уже по истечении 5 часов, выходит, нам не поясняли до этого причины столь длительного ожидания, выходит представитель окружной избирательной комиссии, заявляет о том, что проблема с сервером, то есть хакерская атака на сервер, выборы, насколько они сообщили, называется, в связи с чем не могут обрабатываться бюллетени. Не могут обрабатываться бюллетени, которые вот привозят участковые избирательные комиссии. Больше никакой информации нам не дали, не сообщили, сколько нам ждать, чего нам ожидать, как нам поступать в таких условиях, поскольку люди устали, люди просто уже не могут адекватно подсчитать, то есть ответить на вопросы. Соответственно, как поступать, нам никаких объяснений не поступало. Вы видите, какое количество участков находится сейчас в зале. То есть это находится с ночи, люди находятся с ночи, милиционеры внизу, члены избирательных комиссий находятся все в одном здании, при том, что сейчас какая ситуация происходит, никакой безопасности, то есть гарантированно нам не предоставляют.